начинает там. А блин, почему ты именно мы бы с этого. А, мы там зачислили на прошлом занятии, да? Ну хорошо. Окей. Ну хорошо, начинаем, да? И все равно сот от валитон ше стирот мекуран бе мехабер эхат, а эн наасу митох пизур дат, о митох харатар, и зато так подмимо, лохен эн там наасот лашифута. Ну, опять же, это возвращается как бы к Таане, к утверждению о том, что поскольку есть явные вещи, не совпадающие по разным, по сигналам, по тому, как это написано, по именам, то есть куски, которые отличаются в Торе, то, естественно, возникает как бы вопрос о том, что они написаны разными людьми. А тут высказывается еще одна точка зрения, а именно какая? Можно попробовать еще, Шарла Насотова, да, и как бы Лит-Он. Лит-Он – это утверждать, что вот эти противоречия, они гнездятся или как-то, их источник, он находится, он все-таки в одном создателе, в одном редакторе, скажем так. Ахэнна асу митох пизур, адату митох харата. Да-да, но они были, но они произошли, сделали в результате того, что он был невнимательный. Ну, просто еще невнимательный писатель, да, вот иногда так пишет, иногда так пишет. Или из-за того, что он иногда отказывался от своих предыдущих районов, как бы соображений идей. То есть думал так, а потом подумал иначе. Ну, вот сначала подумал, что первый день был сотворено так-то, написал так-то, а потом подумал, нет, значит, типа было не так. Ну, он написал другую версию, как бы такая идея, да. «Велахэй нэн там лэ насу лэ вэшэль». Поэтому нету смысла их пытаться каким-то образом примерять. Да, вот исходя из этой как бы причины. Дальше. «Лэхарунайт парсэм михкар альсэфер кузаре шибуа котэф маалэ стера харифа». Ну, вот Рав Шерки пишет, что недавно было опубликовано исследование в отношении книги Кузари, в котором автор этой статьи, он поднимает или освещает такое очень резкое противоречие. В чем оно заключается? «Бэмкумот мы суамим раби Иуда Леви, но те бэ кицуниют левер философ». Значит, есть места, в которых раби Иуда Леви, он склоняется к довольно острым выпадом в отношении философии, да, у Бенкомота Хирима у Канай Элуми, а в других местах он представляется как такой национальный фанатик, да, Шерой Берес Исраэль, Убам Исраэль, Демерка Сабриют, который видит в земле Израиля и в народе Израиля центр вообще творения. То есть, по-видимому, в одном он представляется как тот, который спорит с философами, а в другом, ну, тоже, по-видимому, не знаю, то есть в одной стороне... Не спорит с философами, а наоборот, он на их сторону склоняется. Ну, ты бы... Да, правильно, да-да-да, Дейгер, правильно, наоборот, да. В одной стороне он представляется как философ, да, и склоняется в сторону философа. Правильно. Да, левер – это, конечно, склоняться, но те левер – это мамаш, как по-русски, склоняться в сторону. А в другой стороне, в других местах он, например, представляется как религиозный сионист, скажем так. Лахен дат ахокер, лахен ледат ахокер хаямот бэхрах штейт куфот бэхагутос шел раби Иуда Леви. Поэтому, по мнению вот этого исследователя, существует по меньшей мере два периода в теории, в учении раби Иуда Леви, да? Откуфа акудемет, откуфа амукдемет, откуфа амеухер. Значит, ну, как бы ранний период и поздний период. Баришуна у ната лахиву на философии, у бышния лахиву на леуме. Он в начале, да, он, видимо, своей деятельности, да, он склонялся к, как бы, философскому направлению. А во второй, то есть как бы в поздний, да, в направление национальное. Нафихах нитан лехалек это пискао, ташуно, бесефер кузари, ларба судим. Поэтому, ну и дальше как бы начинается, ну, это кубик Рубика. И поэтому можно разделить все абзацы или все куски разные в книге Кузари на четыре вида. Вы понимаете, если два, то будет четыре. Это с этим, а это с этим, а это с этим. Так и сейчас будет написано. Пискаота, шаяхот, лаягут и амуглемит. Первое – это куски, которые соотносятся вот к его первоначальному учению,
или раннему учению. Пискаута шаяхот лагутам меухерет, те, которые имеют отношение к более позднему, да. Пискаут беагута мукдемет амевасрот это агута меухерет. Ну и дальше начинается как бы перемешание куски, которые в раннем, но которые как бы предвещают поздние, и поздние, в которых еще находятся остатки старого. Ну, вот как бы получается 4 штуки, да. Хисарона мерказик бы мерха бы мехкар афкерзе, ну, это так немножко Равширки прикалывает здесь, да. Написано, вот, главный недостаток этого исследования. Равкерз, керз это вообще живот. Но только живот в таком, когда человека хотят уязвить, что он толстый, вот, то не говорят бетон, а говорят керос. Например, когда человек толстый, пузатый, вот пузо, вот пузатый, точно по-русски, правильно. Они говорят не человек с животом, а говорят человек с пузом, точно как по-русски. Вот керос – это пузо. А как говорят аф керос, аф – это... Толстопузый. Толстопузый, да. То есть здесь это ну, не толстопузый как бы исследование, а в смысле... Пухлое. Вот, наверное, что-то типа пухлое издание. Так бы по-русски было сказано, что типа про этого. И сколько пишется кишлош, мы вот там один, насчитывающий почти 300 страниц. Ушек дулатоша раби иода леви немдерет бе амут медак тама. Ну, главное, как по мнению Рава Шерки, недостаток такого исследования и вот такого пустула заключается в том, что как бы все величие Рава иода леви, оно... Тут написано немдерет, как бы считается, измеряется. Я бы сказал, что это разменивается на мелкой монете. Окей? То есть его начинают с механической точки зрения разбивать на и классифицировать. На мне кажется, наоборот, здесь смысл, что его как бы меряют маленьким масштабом. Да, маленьким... Ну да, меряют маленьким масштабом. То есть ты запихиваешь его в маленькие как бы клеточки вместо того, чтобы посмотреть сверху. И это как бы... Это она, как бы тут движение Рава Шерки, она похожа на то, что он слегка говорил и про отношение к Библии, к Святому Писанию тоже, что вместо того, чтобы посмотреть как бы сверху общим взглядом и понять как бы общую картину, если есть какие-то неточности, то не пытаться их разложить по этим самым кусочкам, как на карте следователя, да, в уголовном розыске, когда он сюда вот фотографии этого, и пытается, значит, следствие ведут знатоки, и пытается собрать некоторую общую картину. А надо наоборот подняться как можно выше и постараться почувствовать дух Писания, как это вообще происходит. Ну, вот здесь, видимо, такая же претензия. Кальва хомрикшим и дубарба сифрея нывуа. Ну, дальше это вот то, что практически близко к тому, что я сейчас говорил. Каль вахомер – это известный принцип от простого к сложному. Да? То есть более простое – это было, когда мы сейчас обсуждали, прилагали этот принцип, а именно вот этот катнуниют – это ну, не масштабная оценка произведения, а вот катнуниют – мелочевка. Да, вот когда это мелочевка, мелочевка каль вахомер – это принцип мелочевности, он применяется книгам пророков. Баем амехавере инену рак адам гадоль эла мусер и два рашам, в которых, в этих книгах пророков, автор, он не просто большой человек или великий человек. Гадоль на иврите – это большой, великий. По-русски это разные слова, но иврит – это одно слово. Гадоль – это и большой, и великий. Можно еще сказать рав там или как-то еще, но, в принципе, гадоль – это слово, которое и так, да. Так он не просто как бы великий человек, а он... тот, кто передает Слово Божье с небес. Царих ли яхэс бы ковэт рош, лэсти рот, шебы тох дворим, влерот, эт муркову там. Ну и дальше Рав говорит то, что я пытался описать, чтобы подняться как бы выше. А именно не спускаться до вот резолюции и определения классификации, где происходит различие, а подняться выше и смотреть в большом масштабе. Ну, Рав в Шерке пишется, надо... с важностью и с пониманием относиться к таким якобы противоречиям и несоответствиям, да, которые внутри вот этого описания, которые внутри текста пророков, и видеть, и как бы видеть в них, видеть в смысле узреть в них сложность, чтобы мы согласились, комплексно сложность, которая присутствует в Божьем послании, скажем так, вместо того, чтобы его отрицать. Отрицать, в смысле,
отрицать сложности, а наоборот говорить, никакой сложности здесь нет, просто несколько человек, которые это написали, вот и все, не втюхивайте нам, нечего искать никаких причин, причины, они как бы механические, то есть, грубо говоря, ну вот, наверное, такой разбор, который Рав Шеркин на него наехал, грубо говоря, я бы его назвал механическим, когда человек механически определяет куски, в принципе, мы начали из Махшев все это прогнать и посмотреть, какие куски отличаются, и составить вот некоторый такой как бы алгоритм, который выясняет по определенным параметрам, и по определенным параметрам, как бы этих параметров, насколько отличаются тексты, да, и, соответственно, говорить, вот есть столько-то разных кусков, и, соответственно, столько-то разных людей написано. Это как бы такой некоторый мелочный подход, который Рав Шеркин, он его отрицает и считает, что он неправильный. Окей? Ну вот, а теперь мы начинаем с приступаем к объявленной теме. Азеут эле муфне татанах, да? Именно кто это та, ну, я бы сказал, целевая аудитория, да, но написано «Зеут» — это личность, да, которая обращается в Танах. Ну, целевая аудитория все-таки это предполагает коллектив, да? А ну да, да, да. Еще да. Вопрос, коллектив это или это ну, там единая да, 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 личность? Да, да кстати, ты можешь, и поскольку мы дошли до абзаца, ты вполне давай, тогда, может быть, ты читаешь, чтобы не было как бы то самое авторитарной власти. Зеут очень может быть что-то слушатель, правильно? Это как бы вот по-русски, наверное, по простой перевод, это слушатель, к которому обращается Танах Библии. Да, собеседник, читатель. Как бы. А кто вы, дорогой читатель? Ну, вот это как раз на эту тему, да? Мафе носавше каям бе мугла бе лимуд бе бекорет хамикра гу ганикур вапе га текст. Дополнительная характеристика, которая встроена в учение библейской критики, это отчужденность относительно текста. То есть имеется в виду, когда, ну, допустим, мне написали письмо, да, друг написал письмо, да, и я знаю, что он имеет в виду, я там ожидал от него письмо, оно было продолжением диалога и так далее, да, если это письмо, допустим, нашли через тысячу лет, да, и начинают его как бы исследовать, да, то понятное дело, что исследователь отчужден от того, кому обращался текст, да, и у него там будут совершенно другие какие-то инструменты для того, чтобы понять, что было в этом письме. Так и... Ну да, мне это кажется, но это тоже как бы немножко странное, понимаешь, это типа того, что требовать, как мне кажется, от нееврейского, например, исследователя, чтобы он у него был издаут, как у еврея. То есть, например, чтобы он плясал со свитком Торы, вообще обнимал ее, целовал, указывал на нее и говорил, да, это та самая свиток, который Моше передал, который получил от Всевышнего и передал народу Израиля. Ну, как бы, а как ты можешь от него это требовать? Не знаю, вот это мне было странно, честно говоря, мамаш странно, понимаешь? Это точно так же, как говорит, например, что... Я сейчас такую дикую вещь скажу, но я думаю, она будет вам понятна. Это то же самое, как, например, говорить... Человек, который русский по национальности, он мог бы сказать, послушай, как евреи могут заниматься пушкиниадой? Ведь известно, я не помню уже эти фамилии, но там были известные евреи, да? У меня просто вертится в голове. Или Эдельман, по-моему, что-то такое. Ну, вот, может быть, я ошибаюсь. Да, нам невероятные вещи рассказал про Пушкина. Да, которые были известные пушкинисты и все пятое-десятое, правильно? Вот к ним есть, кто-то сказал, а как ты, еврей, можешь этим заниматься? Никакой идентификации нет, понимаешь? У тебя же нет души русского народа. Да, его обвинили в антисемитизме. Реально, понимаешь? Здесь то же самое, только это обращено к неевреям. Хотя идея, она вполне понятна. Хотя идея, она понятна. Вот ты говорил про письмо от друга. Ты можешь сказать даже от другого, письмо от друга, от возлюбленной, как-то угодно. Когда у человека, он к этому по-другому относится, он не ищет там какие-то эти самые, понимаешь, он проглатывает на одном дыхании, и все, вау, письмо получил, ждал там, знаешь, письмо с фронта, не знаю, что-то типа этого. Или когда понимает чиновник и начинает это самое, вот там выяснить, что такое она сказала. И что за хрень? Юрист считает какой-то... Ну документ. Да, правильно. Но вот, тем не менее, вот мне кажется, то, что я сказал, это тоже все-таки имеет смысл. Мне это пришло в голову, когда я читал. Потому что иначе как бы не очень понятно вообще. Это она самого Рава Шеркина. Это как бы не евреи вообще не могут, не евреи, не имеющие... Я даже не говорю как бы еврейской крови, не про это говорю. Не евреи в смысле не имеющего еврейского отношения к этому, понимаешь? Который изначально говорит, да, конечно, мы отбросим все наши научные инструментарии, да, конечно, все это чушь собачья, это слово Божье,
Конечно, там, понимаешь, ну, так он не исследователь тогда. А почему тут исследователь? Ну, так он не исследователь. Не знаю, вот это мне странно. То есть эта статья вся про библейскую критику, она странная. Хотя сам Рав Шерки, он же приводит, по-моему, да, вот я не помню, до этого было, либо после этого, вот три основные подхода к библейской критике на основе как бы, ну, как бы людей. Один это, не помню, вылетело из головы. Второй это Броер, вот которого как бы его поклонница Нехама, да. И Рав Кук, который вообще как бы к этому не соотносится. Считает, что это не надо вообще про это говорить и все прочее. Хотя вскользь где-то потом это упоминают, понимаешь? То? Окей. Ну, получается, что у текста есть определенная цель, да, либо это письмо там другу, либо это какой-то юридический договор, либо это книга, либо это исследование, да, и нужно учитывать цели этого письма, и из этого следует, как его нужно понимать. И получается, что одно дело еврей, который танцует со свитком Торы, профессор, да, который... Конечно. Так в принципе, ты понимаешь, по-разному относиться. Ну да, понимаешь, то же самое, это кафедра иудаики. На кафедре иудаики, насколько я понимаю, могут совершенно быть не евреи. Никто не может сказать, что на кафедре иудаики не может быть, могут быть только одни евреи. Нет, почему? Потому что они занимаются какими-то, ну, как будто объективными подходами, которые приняты в этой области науки. Какая разница, он еврей или не еврей, понимаешь? Наоборот, даже мне кажется, человек, который подходит, придет туда как бы хабадник или, я не знаю, еще какой-то религиозный еврей и скажет, да идиоты, ну что вы тут копаете со своими этими самыми линейками и все прочее. Слово Божье вообще, возьми свиток, пиши с ним, врубись вообще душой, улети там, не знаю, иди помедитируй, тогда врубишься. Паша, ему говорят, ты еще парень, у нас тут наука вообще говоря, о чем ты говоришь? Но это как бы разные разговоры. И мне тоже кажется, вот, Я подумал про это. Понимаешь, это все время какой-то вот такой вот зазор. Это с одной стороны говорят, что самое главное в жизни человека, в жизни еврея, это асага. Асага – это вот понимание божественного, а дальше присутствие, слово и дальше. Ну вот это вот асага. А на том же самом дыхании в другом месте говорят, асага невозможно. Почему? Потому что ты не можешь выйти как космонавт в открытый космос, понимаешь? Но ты не можешь выйти из своего существования, его существования, его с большой буквы, да? Оно отличается от твоего, поэтому ты никогда его познать не можешь. То есть, с одной стороны, тебе говорят, вся твоя жизнь – это его познание. Когда ты начинаешь говорить, ну, слушай, ну, не получается у меня. Я вот из-за этого как бы, ну, в сторону подхожу. Тебе говорят, ну, что ты за идиот, ты что, понять не можешь? Ну, конечно, ты его понять не можешь, это что-то нормально. Ну, а что ж ты призываете его понимать тогда? Ну, поставьте точку, и все. Вот это вот мне тоже как бы не очень понятно, скажем так. Ну, окей, продолжим дальше. Да. Вспомнилась суфийская притча. Да. Был один, значит, мудрый старец, и когда его спрашивали, почему ты такой мудрый, он отвечал, я знаю, что в Коране. И когда, да, наконец, его спросили, так что же в Коране? Он ответил, в Коране два засушенных цветка и письмо от моего друга Абдулы. Ага. Ну, да. Да-да-да-да-да, вот это именно. Да. Так, ну, мы продолжим. Okay. Давай, да. Маду алум гимет ха танах бехуг ле микра. Почему изучают танах на кафедре писания? Наверное, как-то так, да? Кен, я тут, слушай, я тут неправильно одну ошибочку сделаю по поводу. Ну, неважно, читай, тут в Амазоне заказал что-то, я неправильно адрес написал и делаю. Все, ладно, слиха. Сейчас я быстренько это отменю. Дедидо шель хокера микра игуди атанаху текст атик йомин шенин сабе арон хаспарим шель авутейну. Для исследователя писания еврейской национальности Танах является древним текстом, который находится в книжном шкафу наших отцов. Луга я бы немца Сефер Ахер, если бы нам была доступна другая книга, Аину бавадай лом димото беттор морешет аума. Мы бы, конечно же, изучали ее в качестве наследия народа. Багиша газо лонотар баядейну эла ленатеах эт каванато шеля мехабер бекелим сифрутиим объективим. Ага.
И при таком подходе нам ничего не остается, кроме как анализировать намерения автора литературными объективными инструментами. Как-то так. Да. Аваля Танах Айнену Рак Текст Кадум Шемехиль Деврей Хохма. Однако Танах – это не только древний текст, который включает в себя мудрые слова. Шебамикрехит Гальгель Ле Арон Хасфарим Шелану, который случайным образом значит, попал в наш книжный шкаф. Эла Сефер Шеосек Беама Игуди В Бедвар Хашем Эла. Но книга, которая занимается еврейским народом и словом Всевышнего к нему. Ага. Валькен, то есть это вот тема письма, да, тут возникает, что это тот текст, который обращен к конкретному собеседнику, то есть к конкретному объекту, то есть к еврейскому народу. Валькен хелик экрони бахавана шеля танах у акарата зыгут. И поэтому принципиальная часть для понимания Танаха – это осознание, понимание той человеческой идентичности, к которой он обращается, то есть текст Танаха. «Акатув хозеру мадгиш бемекумот рабим» – «Писание повторяет и делает акцент во многих местах на следующих словах. Вайдабер Хашем эль Моше лемор. И говорил Господь Моисею, говоря. Умар Мишу поне эль Мишу кидей шегу им сор эт дварав ла ахирим. То есть кто-то обращается к кому-то для того, чтобы он передал его слова другим. Да? То есть тут уже есть трое. Да, один обращается к другому, и чтобы он передал эти слова третьему. Леламет ха, ша субъективиют ха мувнет, шель азеут бне Исраэль, шеле муфне хадибур, мегаве хелек интеграли, шель ха месер, шель хаванато. И это для того, чтобы научить тебя, что субъективность, встроенная в идентичность, которая называется «Бне Исраэль», «Сыны Израиля», к которой обращается рассказ «Фне Адибур», «Мехаве», то есть субъективность, встроенная в «Сынов Израиля», она выражает интегральную часть послания и его понимания. То есть здесь выясняется, что есть все-таки тот, к кому обращается текст, это еврейский народ, да, и у него есть определенные черты характера, да, и одна из них это субъективность. То есть я так понял. И нужно это как бы не сбрасывать со счетов при попытке понимания Танаха. Да, я да. То есть есть объективное понимание, опять же, там исследователь, да, который анализирует письмо, а есть субъективное, тот, кому обращено письмо. Навиле ках дугма. Приведем этому пример. Луя хольну лераен эт кагаль хацуфим бедорошель Шекспир веливарера имам илу ассоциациют меорерим бахем махазотав. Если бы мы могли взять интервью у общества поколения Шекспира, да. И выяснить с ними, какие ассоциации пробуждают в них его пьесы. Аину омдим бейетер диюк алькаванато шель Шекспир. Мы бы тогда более точно выяснили намерения Шекспира. Мяшерим хаину менасим леварер зот бейзрат милон леанглит атика. Чем, если бы мы пытались их выяснить, то есть эти ассоциации, при помощи словаря древнеанглийского языка? Ну да, староанглийского, да. «Бедоме леках, мекиван шанахну ото цибур, шеэлав понеха тора». И подобно этому, поскольку мы являемся тем самым обществом, к
которому обращается Тора, Ешлану Ихолит Ла Амуд Аль Каванат Хадварим. У нас есть возможность понять направление этих вещей, да, вот Ламуд Аль Каванат. Ну да, да, да. Но только я не очень понимаю, все-таки вот это как бы на одном дыхании. Бедуме Лехах, сейчас, секундочку. Микиван Шанахну Отто Цибур. Вопрос, да, мы та же самая целевая аудитория. Да, но это аудитория, да, как она изменилась. Да, ну а как? Подожди, но это одна и та же самая целевая аудитория на основании того, что мы в синагоге действительно для того, чтобы подтвердить вот это вот утверждение Рава Шуки, говорим, это та самая Тора. Седер, даже если я говорю, что это та самая Тора, мы являемся те же самые аудитории, вот это непонятно. Например, мы все читали, да, я к примеру говорю, читали Парашат Матот в эту субботу, правильно? Война с Мидьяном. Когда Моше, разгневанный тем, что они оставили в живых женщин, которые были причиной соблазна, да, израильтян и склонения их культу Бааль-Пеора, да, он приказал их всех убить. Что они и сделали? Всех женщин, скажем так, правильно? Выше, ну, возраста выше. Ну, высота, не входя в подробности, но всех же, то, что называется всех женщин, да, окей. С точки зрения той аудитории, для которой это предназначалось, скажем так. Для них это было что нормально, было правильное ведение войны. Кто-то себе может себе представить. Я сейчас не говорю о том, что вот в известной нам истории, да, есть, надеемся, что будет международный суд в Гааге, который будет как бы расследовать, называется, вообще говоря, международное преступление, против человечества, как угодно, геноцид. Вообще непонятно. Так с точки зрения логики. Почему женщина виновата? Ну, судя мужчин, которых они соблазняют. Причем тут женщина? Понимаешь, убивать женщин вообще? Геноцид какой-то. Поэтому, понимаешь, на одном дыхании говорить, что это та же самая аудитория. Вот я опять ставлю Симан Шела, мне это непонятно. Где-то ну, да, да, где-то нет. Но, например, в этом куске совершенно не та же самая аудитория. Потому почему? Потому что они это принимали. По-видимому, не было вопроса. Муше, когда им это говорит, у него как бы даже мыслей нет, что это могут не принять. Ну как, ходить по шатрам и убивать женщин беззащитных? Какой, как бы... И причем они сейчас не представляют никакой опасности, правильно? Потому что их мужей всех перебили. То есть это просто некома. Это просто как бы... Как это? Не измена, а как это называется? Месть, да. Просто как бы... Чтобы другим не повадно было. Мне это непонятно. Окей, не знаю. Если у вас есть соображения, скажите. Нет, будем продвигаться. Ну, если бы Рав сказал, что мы бы к современным англичанам обратились, как они понимают Шекспира, да? Да. Ну, тут же, как бы говорится, англичан того поколения, но точно так же и евреи, ну, достаточно сильно изменились, да, вот как ты и сказал, да, что вот это... Событие, оно совершенно по-разному воспринимается сейчас евреями, да, и да. Евреями в том поколении. Да. То есть, ну, получается, Рав хочет сказать, что есть что-то в еврейском народе, что не изменилось. То есть, что-то да. Изменилось, а что-то не изменилось. Да. Но он-то не говорит что-то, понимаешь, что-то очень важно. Да, что-то не изменилось, понимаешь. Но он просто на одном дыхании говорит, ну, мы-то тот же самый. Ну, все-таки не тот же самый. Понимаешь, вот только что Рав говорил, или это дальше будет, не помню же, о том, что разница вот этой целевой аудитории, что во времена Рамбама, по-моему, он пишет, да, вообще не было понятия, что такой нерелигиозный человек. Человек, который сомневается или во всяком случае высказывает о том, что Бога не существует, так по-простому, да, отрицает вообще божественное существование. Тогда не было такого понятия, то есть, ну, как бы, все, кстати. Все были как бы едины хотя бы в этом мнении. А сейчас нет никаких проблем. Когда человек говорит, я в Бога не верю. Ломамин бейлуким. Вот это стандартная фраза в Израиле. Понимаешь? Ну а как же сказать, что это та же самая аудитория была? Вот тебе, пожалуйста, кардинальные различия. То вопросы заданы. Будем продвигаться дальше. Вакер микра Иуди мевате бедерех лимудо абсурд месуям. А это еще лучше, да. Мевакер микра Иуди. То есть еврей, исследователь Писания,
общем, исследователь писания еврейской национальности, во время своего изучения писания выражает определенный абсурд. Ну да, то есть это сейчас наезд, я в кавычках, это наезд на еврейских исследователей Торы. Да. Ты, ребят, чем вы занимаетесь вообще? Куда вы поперли к боям? Что вы делаете? Да, что-то типа этого, да. Да, с этим танцевать надо, да. Они, ну да, танцевать надо, а вы тут с линейками с этим меряете. Да, 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 да. Да, причем маломасштабными линейками, да. Ну да. «Унасе умнам шурашим ягудиим», хотя он является носителем еврейских корней, а «валька эт мише кебель тоар академи», но на данный момент, поскольку он имеет ученую степень, «у яхта ле эмет им лоит яхес лунасе ганилмат беофен объективе». То есть, как бы, поскольку он имеет ученую степень, он погрешит против истины, если будет относиться, если не будет относиться к изучаемой теме объективно. Гам имме дубар бе аскулат мехакер германит. Также, если говорится о германской школе исследований. Ну, смотри, я тебе говорю, опять у меня, может быть, почему? Потому что мы люди, которые либо выросли в Галуте, либо как бы живут там. Понимаешь, это вот у меня просто реально, это вот когда люди говорят на как там собрании пушкинистов, говорят, слушай, ну тут с еврейским носом, ты че лезешь вообще в пушкиниаду? Ты вообще, ты понимаешь, это не твое дело? Послушай, тут бы все бы заорали вообще, что это антисемитизм чистой воды. На мой взгляд, это очень близко. Ну, только что не Пушкина разбирают, окей. Не знаю. Ну, в принципе, есть в этом что-то, есть в этом. Ты чувствуешь, что в этом что-то есть, потому что, грубо говоря, относись бережно к тексту. Это больше, чем просто дедовский текст. Ну, да расскажи, когда как Рав Кук. Понимаешь, скажи. Не соотносись с этим вообще. Пропускай мимо ушей, как будто для тебя это не существует. Я понимаю эту позицию, понимаешь? Но Рав Шаки, который как бы Мурена Вухим в своем поколении, он обязан обращаться к людям, которые да, задают эти вопросы. И он не может их отмахнуть. Но вот то, что он пытается как бы это разрулить, в моих глазах, это вот, по самому деле, в этом месте. Не хочу сказать неуклюже, но меня это не очень убеждает. Если он может этим убедить, как бы... По-моему, этим он может убедить, только убежден. То есть вот для Бахура Ешива это 100% понятно. Для человека со стороны это будет еще менее понятно, чем как для меня. Не знаю, мне так кажется. То есть я могу понять, если он говорит, что профессор как бы научными методами не может понять смысл писания. Это да, тут я согласен. Но то, что вот именно делает разделение по национальному признаку, да, вот это уже не очень понятно. Непонятно. Да, это уже как бы ну совсем просто, как бы не знаю, это можно отбить просто элементарно. Просто элементарно. Ну вот этот пример с пустыниады, я прошу прощения, что я не провожу, как бы, слово красивое, пустыниады, но как бы это просто стандарт. Знаешь, сколько уж евреи занимались вообще всем. Не знаю, начиная от физики. Но главное, это как бы вот что-то такое связано с душой народа, это письменность, там, я не знаю, слово о полку Игоря и все угодно. Там евреев было вообще пруд-пруди вообще везде, понимаешь? Ну все, я уж не говорю про этих самых поэтов, вообще говоря, еврейского происхождения. То есть этот вопрос им задается, понимаешь? Непонятно. Да, я бы не стал приводить такие аргументы. Я бы, Катонти, да, я бы ограничился вот тем, что нам с тобой, или вот нам, присутствующим здесь, как бы понятно о том, что все-таки к этому должно быть как бы у этого божественного текста, у него заведомо есть какой-то элемент, который... сухим научным анализом ты его не изучишь. Это да. Это, я думаю, все с этим согласятся. Понимаешь? Да. Ну, может быть, здесь речь просто идет, да, что о том, ну, есть вот Библия, да, и ее считают своей евреи, считают ее свои христиане, да, но само отношение к тексту у тех и у других разное, да, и если конечно. Мы как бы хотим понять, как нужно относиться к Библии, да. То мы должны обратиться не к христианам и не к ученым, да? Да. А к евреям именно, да? К еврейскому народу в целом, да? Который до нас донес вот... Да, 100%. Послушай, я тебе даю простой жизненный пример, да? Вот не дай бог ситуации, но эти ситуации были в истории.
Подожгли синагогу, горит синагога. Еврей, он жертвует своей жизнью или подвергает смертельной опасности для спасения свитка Торы. И это как бы ни у кого, это вызывает уважение, но удивление ни у кого не вызывает, понимаешь? Я не думаю, что исследователь Торы, если, не дай бог, такое произошло, да, и вот у него там в кабинете пожар. Ну, не полез бы он это спасать, понимаешь, жертвуя жизнью. Ну, закажет на Амазоне еще один как бы отток. И Беседер Гамур, понимаешь? И все. Вот тебе простой пример. Это как бы вот жизненное отношение. Да, действительно, люди к этому... Для одних это жизнь, а для других это учение. Учение в том смысле дом и работа. Вот есть работа, а есть дом. А для еврея это дом и работа в одном стакане. Понимаешь? Да, действительно, есть разница. 100%. Но вот все-таки так разносить именно по исследовательскому принципу, по национальному принципу, я бы не стал так делать. Потому что это звучит как-то проблематично, на мой взгляд. Не знаю. Да, нет, ну в том смысле, что вот только евреи в целом, да, до нас донесли, как относиться, да, к Торе, тогда это понятно становится. Да, да. Адавар маскир ба мекцат эт шеира ле караим. Это немного напоминает, в чем-то напоминает то, что произошло с караимами. Да. Караим харишуним сирву ле кабель эт дивре аталмуд ше пиршу эт хатанах альпи каванатан. Первые караимы отказались принимать слова Талмуда и его объяснение Танаха Альпикованатам, по их намерению. Да. Рак ляхар кама дурот хэм итхилу лахшов шейтахэнки ешбе талмуд бхользот мусорот амитийот меткуфат хатанах ве имсу метухо хлаким месуямим. Только через несколько поколений они начали думать, что, возможно, есть в Талмуде все-таки истинные традиции из периода Танаха и усвоили из него определенные части. Да, имеется в виду, что определенные части из Талмуда они сделали своими, да, караима, которые вначале их решительно отвергали, думая, что они не имеют отношения к, вот именно к изначальному Танаху. Потом таки они согласились. Да. Дугмано Сефет, еще один пример. Ахата таанот шель мевакрей хамикра и ше хаэмуна бахайей хаулам хаба ло хайта каемет баам Исраэль бет куфата танах. Вот интересная тема. Да. Одно из утверждений библейских критиков в том, что вера в жизнь грядущего мира не существовала в народе Израиля период Танаха, да, ну, известный момент, да, вот, например, сейчас многим начинаешь рассказывать, они такие тебе раз сходу, а не было никакого будущего мира у древних евреев, да, почему? Потому что в Торе об этом ничего не написано. Вэше мекура ашпаот мимо корот хитсуни им бет куфа меохерет ютер. Ну да, и источник ее, то есть веры в жизнь грядущего мира, башпаот бемакурот хитсуниим, а во влиянии из внешних источников в более позднюю эпоху. Абасис литаана зо гуше хамусагим олам хаба о ишарут ханефеш эйнам мофиим бемафураш бемикра. И основание этому утверждению в том, что такие понятия, как «Олам Аба», «Грядущий мир» или «Ишарут Анефиш», как это сказать? Это? Вечность души. То есть не как это с прахом, как это называется? Вылетело слово русское. Ну, типа того, что душа остается после смерти. Как бы оставаемость души, то, что она... Оставаемость, да, но есть русское слово нормальное. Не незыблемость, а как-то по-другому. Нетленность, вот, нетленность, что-то типа это. Нетленность души. Да, ну, тоже звучит диковато, но без этого. Нетленность души. Ишарут она. Ишарут, в смысле, ишарут после смерти человека, такая идея. Да, что она остается, не шар, да. Ну да.
Вот. И что такие понятия не встречаются в Танахе прямым текстом, не встречаются в Писании определенным образом. Да. Улам зеу басис рауа, однако это шаткое основание. Нитан лумар ки хауфда шехакатув эйно мецаен зот бимфураш эйнама ида аль хосер эмуна баулам хаба. Можно сказать, что тот факт, что Писание не отмечает определенно... Ну, бемефураж – это... Ну, прямым текстом. Да, прямым текстом, правильно, вот именно, прямым текстом. В общем, этот факт, что оно не говорит об этом прямым текстом, это не свидетельствует об отсутствии веры в грядущий мир. Эладараба, но наоборот. То есть это свидетельствует о том, что это было само собой понятно. Ну хорошо, сейчас остановимся на секунду. Вот этот вот аргумент, он нормальный, он понятен? Ну, что значит понятен? Он как бы, я не знаю, на мой взгляд, эта аргументация опять вот повторяется все время этот кунц, трюк с доказательством того, что один из праотцы, в том числе Яков Авин, у него была кипа на голове. Почему? Потому что написано, у Яков и отца Мипадан Арама. Вы можете себе представить, что вышел бы с кипы? Ну, как бы доказательство. Хорошо, тебе ни камеры слежения не надо, ничего. Человек действительно говорит, ну как же, праотец без кипы? Все, доказано. Здесь то же самое. Ну, вопрос, почему про Улам Аба? Это важнейший элемент еврейской веры, понимаешь? Почему про это нигде не написано в Торе? Вот спрашивает человек. Ему говорят, да ты дурачок, ты не понимаешь. Если про это не сказано, так это наоборот доказывает, что это существует. Вау, это как? Ну так, потому что это само собой понятно. Да. Окей. Думаю, ты не проверишь, было им это само собой понятно, не было. Не знаю. Нет, вообще как бы само доказательство. Как, это, как бы есть доказательство противоположного. Например, если было сказано, будущего мира не существует. Потому сказать, написано не существует для того, чтобы мы доказали, что он существует. Написано не существует для того, чтобы мы жили в этом мире и не надеялись на будущее. Куча аргументов можно привести, понимаешь? Но это как бы от противоположного. Но говорить в принципе, что если про это не сказано, значит, это важно. Значит, слегка, это само собой разумеется. Ну, я не знаю, можно про много вещей сказать, про которых напрямую не сказано. Что же это означает, что они существуют? Странно, нет? Ну, смотри, есть, как бы, как говорится, Лехавдиль Алфей Авдалот, есть спор относительно того, был ли Йешуа вегетарианцем. Да? Сейчас есть много таких эзотериков, им нравится Иисус, но им не нравится есть мясо. И они говорят, он был вегетарианцем. А ты им говоришь, это бред. Он жил в обществе, в котором евреев, в котором были жертвоприношения, они ели мясо. И они начинают исследовать текст Нового Завета, и выясняется, что там действительно ни разу не сказано, что Иисус ел мясо. Это значит, что он был вегетарианцем? Вот. И доказательство такое, да, что если бы он был вегетарианцем, он бы стал проповедовать тому обществу, в котором все ели мясо, не ешьте мясо. Поскольку он такого не говорил, то вегетарианцем он не был. Да? И тогда получается, если мы сюда это спроецируем, что в том обществе, вообще в мировом, все верили в загробный мир. Да? И если бы Тора как бы не верила в загробный мир, тогда бы там было сказано, загробного мира не существует, есть только этот мир. А поскольку там этого не сказано, и мы знаем, что древнее общество, оно было таким вполне мистическим, да, таким, верящим в параллельные всякие миры, там то, что стоит за вот этим миром, тогда получается, что это было для них понятно. Просто они этим не занимались. Они занимались другими вещами, там, да, получить землю, построить там храм и так далее. То, что было для них насущно. Да, по-видимому, так. Да. Продолжим. Да, следующая фраза вообще крутая. Кашер иври корет хапасук берешит барай луким. Когда еврей читает пасук, в начале сотворил Бог, берешит барай луким, гуме винше ешолам аба, он понимает, что есть грядущий мир. И майлухим ше итгалэ. Сейчас секундочку остановимся. А это понятно?
Почему из фразы «Берешит бара Элоим» следует, что есть будущий мир? Причем это написано так, что это очевидно. То есть, ну, только такой идиот, как я, может не понять. Я обращаюсь к людям, которые более умные, чем я. Это очевидно, что из фразы «Берешит бара Элоим» следует, что есть будущий мир? Ну, сейчас Рах нам объяснит. Не, ну ты сначала скажешь, это непонятно, но как бы это не очевидно, не знаю. Ну, я могу предположить, да, что как бы каждый человек живет в своем мире, дает объяснение разные, одним и тем же термином, да, что ты говоришь какую-то одну фразу разным людям, и настолько по-разному они ее понимают. Ну, вот это то, с чем сталкиваешься ты в жизни, да. А отсюда можно предположить, да, что вполне может быть такое мышление, такое состояние сознания, да, которое вот Рав здесь называет еврейским, для которого вот эта фраза «вначале сотворил Бог», она уже как бы вызывает целую цепочку следующих аргументов, включая будущий мир. Ну, хорошо, давай прочитаем следующее доказательство. Они, по-моему, настолько же убедительные, как и сама эта фраза. Я дико извиняюсь. Ну хорошо, давай зачитаем. Им Элоким шеет гала элав басинай гузе шегам барает хаулам. Если Бог, который раскрылся ему на Синае, это тот же, который также и сотворил мир, лой тахен ше хаулам и шаэр азуб велой штане. Тогда невозможно, чтобы мир остался покинутым и не изменился. Вот так вот. Лой такен шайло ашегити в ло. Лой такен эт ахисрунот шекаймим вебрия. Невозможно, чтобы Бог, который... Идти в ло, в общем... Делает ему добро, да. Творящий добро или что-то такое, да? В общем, невозможно, чтобы вот этот делающий добро Бог не исправил бы недостатки, которые существуют в творении. Прямо о каком недостатке идет речь? О том, что люди умирают? Ну, хотя бы это. Множество недостатков, которые мы видим, да, это недостатки. Вот. И невозможно, чтобы Бог их в конечном счете не исправил. Вот такой ход мышления, да, что если Он сотворил мир, то есть если Он находится за пределом мира, да, и весь этот мир – это как в его руках, да, образно выражаясь, тогда невозможно, и при этом Он добрый. То есть творящее добро, тогда невозможно, чтобы он все вот эти недостатки, которые мы видим, не исправил. А исправление вот этих недостатков, что люди умирают, например, это и есть там, приход Машеха, будущий мир. Вот такая логика. Ну, знаешь, ну, это получается, вероятно, что каждый раз, когда человек, живущий на земле, он сталкивается с тем, что выше его постижения. Например, известно, да, Достоевский говорил, вот слеза ребенка, как такое может быть? Как Бог может допустить слезу ребенка? А мы это пересчитываем вообще на смерти людей, на опять цадик в Ирало, праведник, который мучается при жизни. Дойдем до 6 миллионов погибших. Человек говорит, ну как такое может быть? Ну не может такого быть. Ну такое может быть. Понимаешь? Когда ты спрашиваешь, такого не может быть, человек тебе говорит, если А может быть, то и Б может быть. Если невинные дети погибали, это не вкладывается ни в какую рамку, как бы, по понятию доброго Бога. Тогда и значит, у меня черви просто сидят, и все, ничего не будет. Ну, вот как бы такая логика, понимаешь? Ну, я вам скажу, у меня вот в этом параграфе, да, который мы читаем, для меня лично это звучит неубедительно. Что это как бы преподается как аксиоматика. Это убедительно людей, которые внутри, для бахур ешива, нормально. Но человек, который со стороны, роль которого я пытаюсь сейчас как бы разыграть, мне кажется, для него эти аргументы, они не очень сильны. Знаю, мне так кажется. Я не прав. Ну, мы же об этом и говорим, да, что как бы правильно понимают Тору только люди с еврейским мышлением, да, либо евреи, либо те, которые пропитались вот этим мышлением, у которых вот это уже все сразу понятно. Раз Бог сотворил мир, то может его исправить.
Вот. Ну и, соответственно, есть люди, да, которые вне этого, и для них это непонятно. И им нужно обратиться к евреям. И получается, что тогда поверить на слово, да, что есть грядущий мир. Получается такая штука интересная, понимаешь, что приходит человек, и еврей, тем более не еврей, он говорит: ребят, вот вы умные, вы близкие, вы избранные, вы там со свитком Торы танцуете, вот у вас особый дух постижения, да, Святого Писания. Вот объясните мне, я это не понимаю. А тогда не получается так, что ему еврей говорит: слушай, это все очень, знаешь, есть такие лекторы, они говорят, да, все очень просто. А он не может так сказать. Он говорит: послушай, это сложно. Ну, а дальше вот начинается аргументация в духе доказательства, почему про отец Яков у него была как бы кипа, когда он ходил с Паддан Арам. И он говорит: ты должен мне на слово поверить. Все. То есть, как бы, ну хорошо, тогда доказательств так и нет. Вне зависимости от того, ты как бы еврей, либо не еврей. Как ты можешь подумать, что такой добрый Бог, который все это создал, который создал мир, который дал Тору, который это. Это просто вот песня «Дай Даену» из «Пасхальной Агады», понимаешь? Ну как такое может быть, что он даст человеку просто уйти из этого мира, да, и душа, бесценный божественный дар, уйдет просто вместе с костями, с мышцами, которые превратятся в тлен? Ну не может такого быть. Скептик говорит: не знаю. Не знаю. Окей. А тот говорит: ну, поверь мне нас. Говорит: ну, хорошо. Окей. Ну, как мы на одном из предыдущих уроков читали, да, что есть разные понятия веры. Что есть понятие веры — это вот поверить на слово, да, в невидимое. Да. Вот. А есть то, что нужно доказать, да. И вот Рав как бы отвергает первое и говорит, что наше — это второе, да, что мы должны верить в то, что мы себе доказали. Но по всему остальному я вижу, что как раз ничего не получается. Что вот именно человек, который извне, да, он должен, если он хочет понять Библию, он должен прийти к евреям, да, и получить, он от них получит фактически доказательство уровня, там, почему Яков ходил в кипе. Да? И тут как бы два варианта. Либо он привлечется красотой вот этого логического хода, да, невероятного, и поверит на слово. И тогда да. Вот. Но как бы в плане вот логичности аргументов, мне кажется, что они недостаточно вот именно логичны. Да. Да. Например, смотри, может быть, каждому подходит как бы аргументация, которая его задевает и закрывает вопрос. Мне, например, не то, что его опять не убеждает, как бы, не знаю, мы как бы доходим до того, что убедить невозможно, доказать 2+2=4 невозможно, да? Но, например, высказать такую вещь о том, что человек не может нормально жить в этой земной жизни, если он не верит в жизнь после смерти. Ну, не может быть нормальная жизнь на Земле, если он не верит в жизнь после Земли. Все, вот это для меня аргумент, да, действительно. Человек не может оставаться двумя ногами на Земле, если он не верит в небо. Если ты веришь в небо, ты стоишь на Земле. Ну, вот как бы парадоксально, но тем не менее, как бы мне это понятно. Это типа того, что сказать, человек не может жить без души. Что такое душа? Душа – это часть земного в человеке. Ни один врач не скажет, сколько весит ваша душа, там, понимаешь, какой у нее объем, какой нет. И тем не менее, есть люди, которые занимаются там психо-чего-то и пятое и десятое, которые явно занимаются не костями, понимаешь? Но тем не менее, точно понять, где она находится, что она и все прочее, это какое-то общее состояние человека. Окей? Если ты отрицаешь, смотри, что есть... Да. Мне кажется, та логика, вот, которую ты говоришь, для тебя понятна, это мистическая логика. А Рав пытается здесь применить рациональную логику. И вот поэтому, мне кажется, она как раз и неубедительна. Ну да, вот в том-то и дело. Понимаешь, не надо пытаться убеждать нас, что в этом есть рация. Нет в этом рации. Это все равно... Это, понимаешь, это как в самом начале Рав говорил. Вот непонятно, неправильное трактование слова «лаамин» или «эмуна». «Лаамин» – это считается вера как бы в то, что нельзя доказать логически. На наш, вот на мой вкус, это то, что вот Рав пытается сейчас... как бы доказать логически, да, вот, а эмуна — это на самом деле, это не вера в то, что нельзя доказать логически, а это признание истинности, понимаешь, так вот, признание истинности, это да, это некоторая мистика.
как признание, что существует душа, существует, не знаю, по-русски звучит ужасно, загробный мир, там будущий мир, и пятое, и десятое. Для только для одного. Для того, чтобы человек мог спокойно жить. Есть таблетки. Человек болит голова, принимает таблетку, правильно? Голова проходит. Но человек приходит и говорит, слушай, ну не могу, вот я не могу жить, не могу спокойно ложиться спать. Почему? Потому что я все время думаю. Зачем мне жить следующий день, если я умру? Ну какой в этом смысл? Какой смысл что-то делать, что-то, я не говорю, там копить, ну даже вообще создавать, все, с моей смерти, скорее всего, все уйдет. Но бессмысленна эта жизнь, нет смысла ее продолжать. Да ему говорят, нет, она не бессмысленна. Почему? Есть будущий мир. И так дальше. Да? И тогда вот этого сказать. Смысл вне тебя. Да? Тебе нужен смысл вне тебя, чтобы ты как раз стоял на ногах в том месте, где ты находишься. Да, наверное, так. Да. Ну, так может про это Раф и говорит, да, что вот тот самый я тоже считаю, что я его не понимаю, который там даровал Тору. Ну, прочитай следующую фразу. Микан нетан ли гасик шагеймуна бехаей гаулам габа гайта кайемет ли орах коля дорот. Аваль кидэ ля дадзот еш сорах лишоль эт ха иврим. Отсюда можно сделать вывод, что вера в жизнь грядущего мира существовала на протяжении всех поколений, но чтобы знать это, необходимо спросить евреев. Угу. Вот так. То есть евреи как бы знают и помнят, что мы всегда верили, да, и они как бы это скажут. Но придется поверить им на слово. Прямым текстом в Торе об этом не сказано. Дальше ладат. На иврите слегка ладат, да, слово знание. Слово, оно однокоренное слово наука, да. Ты приходишь к человеку и говоришь, слушай, скажи мне, он говорит, да, есть. Это мада. Никакой научности в этом нет. Называется поверить на слово. Реально, это просто из контекста следует. Ты пришел к человеку и спрашиваешь его. Скажи, это так? Он говорит, да, так. Окей. Все. Это мада, по-моему, это не знание. Но тебе не знание, он тебе может передать, он может, человек, по-видимому, еврей должен правдиво сказать в принципы нашей веры, вот 13 принципов Рамбама, это основы нашей веры. Туда входит принцип о вере в будущем мире. Все, поэтому я в это верю. Все. Но это не мада, это не наука. Лахен, хелих никбат меха авуда, хамутели таль дурейну гуше яхзор, хазыгут, хаеврит, амакурит. Я, знаешь, не знаю, это интересно, можно и так, либо это слово шихзур, либо ше яхзор. Я думаю, это шихзур. Шихзур. То есть существительное. Шихзур, азыгут. Шихзур – это… Восстановление. Да, даже не восстановление. Как это называется? Отдел реставрации. Реставрация. И поэтому значимая часть работы, возложенной на наше поколение, это реставрация изначальной еврейской идентичности. Правильно. Зоше карает хатанах безман шигунитан. Которая читала Танах в то время, когда он был дан. Во время дарования, да, интересно, я бы с Уграем скажу, вот был Кеннес Маниту, да, Рав Юда Ашкенази. Вот там такая центральная линия проходила о том, что потом в какой-то момент, по-видимому уже, когда он переехал в Израиль, у него главное как бы мото было о том, что как бы вот, программа религиозного сионизма на будущее, не знаю, сколько это. Это вот именно этот перевод. То есть израильское общество должно перейти от Исраэли к Иври. Понимаешь? Потому что Иври – это вот Иври, вот этот вот библейский еврей, именно который изначально является той самой целевой аудиторией, которая понимала. То есть вот он как бы настоящий. Я не хочу сейчас это рассказать, там было очень много интересного, доклады были интересные. Тоже, кстати, по праотцам проходили вот. Как бы первый этот самый праотец Авраам, да,
Он же называется еврей, да? Почему? Потому что он перешел в каком-то смысле, он перешел по другую сторону. Так вот у него, ну и дальше как бы у Ицхака, ну Авраам, это интересно, Авраам и Яков. У Авраама как бы не было ситуации, чтобы у него был переход из одного имени в другое, то есть не было обратного хода. Он был Авраам, а потом Авраам Зея. Авраам Зея никогда не называется потом Авраамом. То есть это было как бы вот одноразовый переход и все. А вот с Яковом интересно, потому что он был Яков, потом Израиль. Но интересно, что его Библия продолжает называть Яковом после того, как ему уже дали Израиль. И этот поход, и из этого делается вывод, что этот процесс, он как бы не... Ну, во-первых, одно не отрицает 100% другого. И с другой стороны, возможны периоды, когда он переходит из одного состояния в другое состояние. То есть это вот некоторая такая динамическая штука. Очень интересные доклады были и все. Но вот эта вот идея о том, что Израиль сколько должно перейти из Израиля в Иврии, это да. И там даже было, я не знаю, слышали это или нет, такая простая, но очень, очень интересная схема вообще. Это три состояния – иуди, Израиль и еврей. Иуди – это еврей в галуте. Израиль – это то, что мы видим сейчас. Иври – это возвращение Израиля к вот этому танахическому пониманию своей цели, задачи, восстановления своей еврейской, в смысле иври, понимаешь, ивритской идентификичности. Да? Вот такой процесс. То есть это получается какое-то более движение на глубину больше, чем Авраам, да, получается, вот этот Эвер, который праотец. Ну да, это то, что, по-видимому, это я сейчас от себя тебе говорю, но мне пришло сейчас в голову, это то, что мы говорим «хадыш ямейну кекеды», а именно «обнови наши дни, как в старости». Вот это вот такой вот странный процесс, ты продвигаешься вперед, возвращаясь назад. Ну, тут я допустил как бы ошибку переводчика, да, Раф вначале писал «ягуди», потом перешел на «еврей». Да, на самом деле это имело смысл, да, но по-русски то и то, и другое переводится еврей. Ну, да, в том-то и дело, да, поэтому я тут как бы снял эту установку, да, 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 что он явно говорит для слуха, который слышал про Рава Маниту и вот про его эту концепцию, конечно, да. Да, и в переводе как раз вот это пропало, да, я не помню, что он говорит, нужно спросить евреев, нужно спросить евреев. Ну, да, он же не пишет иудим. Потому да, что, да, понимаешь, что иудим – это который в Галуте был, и не говорит ли, что ли, Исраэлим, а именно иврим. Понимаешь? И нужно восстановить вот эту ивритскую, да? Да-да-да, зеут айври. Да, вот как тут все интересно. Да. Так, ну и последние два предложения, да, дочитаем. А, да, слушаю, почитаем, и все, мне надо бежать со страшной силой, сейчас на часы посмотрю. Ну, не важно, дочитаем, отлично. Барба Авуда Лопшута. Речь идет о непростой работе. Мишумши Ам Исраэль Хозер Лехаим Ахарей Галут Мемушехет Ве Шинуим Гдолим Шехалу Беруахадам. Это работа непростая, поскольку народ Израиля возвращается к жизни после продолжительного галута и великих изменений, которые произошли в духе человека, в духе человечества. Да-да. Если на сотвеле шахзер это халаким ха и кариим шейзегудзо, нужно пытаться восстановить, реставрировать или проверить и реставрировать ле на сотвеле шахзер. Это халаким, реставрировать. В общем, вот эти основные фундаментальные части этой идентичности, то есть идентичности иври. У метохках нухаль ликро эт пирке атанах ле амитутам. И из этого мы сможем читать части главы Танаха в их истинности. Да. Вот. Ну, вроде так, да. Окей.
Ну хорошо, ребят, да, ты слышишь меня, Андрей? Да, да. Сабава. Ну, хорошо, я просто должен со страшной силой лететь вот на эту встречу, иначе я просто не успею, окей? Ну, в целом, мне кажется, мы интересно посмотрели, да, со многими вопросами, так-сяк. Если у кого-то будет силы, желания в Телеграме, будем продолжать решать в Телеграме, окей? Да, хорошо. Интересных вопросов, пишите, если что, в Телеграме. Да, будем очень рады. Все, всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо. Пока.